Благодаря им вся страна говорила: «Мы победили!» На Олимпиаду хочешь попасть? Да, и не на одну. Наглая. Это та роскошь, которая делает внутренне свободным. Читали Черчилля? Да, рекомендую. Мне поручили взять у вас интервью. С борцами когда-нибудь играли? Нет, но играл с баскетболистами. Не думаю, что здесь сложнее. Ты вообще о правилах слышал? Начнем встречаться через 4 года. А во сколько? Сразу, после Олимпиады в Сиднее. У меня есть сомнения в физическом состоянии спортсменки Хоркиной. Вы знаете, я и с закрытыми глазами могу прыгнуть. Ребро оторвалось. Давит на печень. Надо сниматься. Смотри на меня. Я пловец. Мне еще на Олимпиаду надо. Верим и надеемся, что это будет Светлана Хоркина. Если ты проиграешь, вместе с тобой проиграет вся страна. В основе жизни лежит борьба. Борьба с соперником. Борьба с самим собой. Кто-то борется с болезнью. Ты сможешь. Они ждут от тебя новых побед. Да! Кто-то с неверием в себя. Ты же гимнастика будущего. Никогда нельзя сдаваться. Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее. С 18 февраля во всех кинотеатрах.